Баба-Яга, фея, Мальвина, пираты, лисичка и другие сказочные персонажи встретились с ребятами в детском парке по улице Сосина. Лето почти подходит к концу, и его краски стали постепенно исчезать. Но детям предстояло остановить лето и вернуть ему прежние цвета. А для этого им нужно было выполнить ряд непростых заданий на ловкость, быстроту и смекалку. Каждую среду у нас в 6 часов здесь в течение всего лета проходит «Здоровая среда», называется, для семьи, для детей идет праздник, устраиваем. Этот праздник сегодняшний был посвящен летнему развлечению, так как лето уже почти подходит к концу, и мы решили вспомнить, как было весело летом, какие краски летом существовали. На задорной встрече гости парка бегали, прыгали, танцевали, участвовали в веселых эстафетах, отгадывали загадки и ребусы. Развлечения пришлись по душе как маленьким деткам, так и ребятам постарше. Некоторые задания давались непросто, но сказочные герои помогали участникам, а потом и сами присоединялись к веселью. После успешного прохождения испытаний краски лета вновь наполняли собой все окружающее. Мамы и папы тоже получили заряд позитива и хорошего настроения. Мне сегодня все понравилось. Сегодня на празднике была жар-птица, лягушка, лиса, фея, баба-яга. Мы сегодня танцевали, бегали, играли. Лисичка и заба. Мы не пузыри. Через паутинку лазили. Меня Слава зовут. Сегодня в плажнике сегодня хороший налет был. В плажнике очень весело, хорошо. Сейчас пойдем на площадку, встретимся. Там весна. Ну, если так получится, то завтра приходите. Сегодня еще будет плажник. Приходим завтра. В детском празднике в качестве аниматоров и артистов участвовали тоже дети. К каждому такому мероприятию они готовятся как настоящие профессионалы, разучивают слова и сценарий, учатся входить в образ своего персонажа. От выступлений они тоже получают большое удовольствие. Я была жар-птицей, и мы играли с детьми, я загадывала им загадки. Им очень нравится, как мы выступаем. Они с радостью играют с нами. И нам тоже нравится выступать. Я сегодня была Мальвиной, я им букву загадывала. Впечатления классные, праздник понравился, детям нравится. А как ты готовилась, чтобы вот выступить как Мальвина? Мы учили сценарий, еще мы танцевали, танцы, движения всякие учили. В следующий раз в парке Сосина состоится праздник, посвященный 1 сентября. Также задорные встречи проходят по пятницам в 18 часов и в парке Зернова. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич, служба новостей Саров, 24.